Друзья, заходите в мою группу по прокачке. Это первая ВКонтакте официальная прокачка с галочкой. И выполняю заказы лично я. Так что тут доверие, сотый левел. Сделал самые низкие цены, то есть всего лишь за 100 рублей ты уже можешь ходить миллионером. А также имею уже 1500 довольных клиентов. И ты можешь стать одним из них. Ссылочка на группу находится в описании. Друзья, всем здорово, с вами Кузака, и сегодня мы с вами продолжаем играть в челлендже GTA 5. Первая пилотная серия вам очень сильно зашла. Поставили аж 400 лайков, при том, что всего просмотров 2000, то есть каждый пятый человек поставил лайк. Из-за этого я рад продолжать ее снимать. Надеюсь, что вы также будете продолжать меня поддерживать. А также те, кто играет на компьютере в GTA 5, точнее на ПК, добавляйте меня в Social Club, ссылочка на него находится в описании. Также обязательно укажите в примечании то, что вы играете на компьютере. Остальных ребят, которые играют на Xbox, либо там на PS, прошу не добавлять, только те, кто играет на ПК. Ну а сегодняшний наш челлендж заключается в том, чтобы выживать на машине в течение 10 минут от 5 звезд полиции. 10 минут от полиции на машине — это реально очень сложно, потому что там будут уже ездить и танки, и баррикадировать нам будут дороги со всех сторон, ФБРовцы, вертолеты. И это реально очень сложно, потому что нас будут обстреливать со всех сторон. Я, естественно, смогу пользоваться бомб-липучками и бронежилетами и едой, чтобы восполнять свое здоровье. Но все-таки это реально сложно. И буду двигаться я на вот такой вот прикольненькой машиночке. Эту Формулу-1 PR4, это просто жесть. Она слишком маневренная, хорошо держит дорогу, сцепление. У нее с дорогой просто офигенная. Вот, блин, вы подумайте, вообще легкотня, что там выживать-то 10 минут. В принципе, она открытая, обстреливать меня будут. Но это не факт, это не самая главная загвоздка. Самая главная загвоздка то, что это не одна машина, на которой я буду сегодня выживать. У нас сегодня, господи, рандом. И вот такая вот еще имба. Это еще имбови, друзья, машина. Хоть у нее нет такого сцепления с дорогой, нет такой маневренности, нет такой скорости, но вы посмотрите на ее бронеплиты, вы посмотрите на ее пулемет, вы посмотрите на ее мясорубку. Это просто жесть машины. Мне кажется, это имбови, чем вот эта PR4. Так что на ней вообще выживать будет изи. Ну и третья машина, которая нам может выпасть, это просто пушка. Это просто лучшая машина, друзья. Я не знаю, как ее писать, если она выпадет, то я буду счастлив. Внимание. Ребят, если она выпадет, то это вообще жесть. Я на ней и минуты не смогу простоять. Вы только посмотрите на нее. И сегодня будет просто сопутствовать рандом. Я не знаю, ребят, что будет, если она мне выпадет, потому что это полная жесть. Я не представляю, друзья. Я просто не представляю. Вы сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, что мне выпадет. Вот не заглядывайте вперед ролика, мне самому интересно. Те, кто отгадают, я поставлю сердечко вам под комментарий. Ну что же, давайте мы это все с вами спросим у самой известной девушки, которая решает все вопросы на раз-два. Блин, господи, я просто надеюсь, что мне выпадет либо бронированная тачка, либо Формула-1. Ладно, сейчас мы это все узнаем. Алиса. Назови число от 1 до 3. Выпало число 3. Не, ну ты издеваешься. Не, ну ты реально издеваешься. И в мыслях не было. Все, до свидания, Алиса. До скорого. Нет. Она издевается. Это что вообще такое? Друзья. Как мне это описать? Что это, боже мой, такое? Выпало число 3, нет. Она реально издевается, что это такое, друзья. Нет. А может быть, не все так плохо? Может быть, все-таки эта тачка мощнее вот этих двух? Вы, конечно, мне не верите. Но я ставлю ставочку на этот транспорт. Потому что надо быть оптимистом, друзья. Вот вы мне реально не верите, но вы послушайте на ее выхлоп. Сейчас я выйду, сейчас я вам все покажу. Я думаю, что эта тачка всех порвет. Вы просто послушайте. Ну охрененный же звук, друзья. Ладно, друзья, если я вам покажу вот такое, к примеру, сейчас, да? Вот что, если я вам покажу вот сейчас вот такое? А? У вас вопросы еще остались, что эта тачка вообще охрененная мощь? Да, это она!
Да это она, мать вашу. Да, у нее стоит двигатель самый мощный в ГТАшке. Самый, господи, мощный. Она еле-еле управляется на такой скорости, но она древтющая, это просто мощь. Это самый лучший корч. Это просто самый лучший корч. Что здесь я установил? Я установил самый мощный двигатель и пулестойкие покрышки. В принципе, мне больше и ничего и не надо. Это разве какая-то машина так еще может делать, как не это? Так что я очень рад, что нам выпало в рандоме именно эта машина. Я искренне рад, потому что сегодня будет такие погонялочки, которые вы только и не видели. Офигеть. Никто не смог замерить максимальную скорость на этой машине, потому что все разбивались насмерть просто еще на третьей передаче. Надеюсь, что мы сегодня насмерть не разобьемся и нас не убьют копы. Мы просто хорошо удерем. Да, хотя мой навык на ней ездить говорит об обратном. No. Ладно. Пока я полностью не разбил флам, сейчас я сделаю ложный вызов копам. Скажу, что я делал все эти ограбления в GTA 5, и за мной они вызовут все отряды, которые есть в Лос-Анджелесе. И я буду удирать в течение 10 минут от них. Так что я надеюсь, что вы сейчас поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Так, все, таймер пошел, он у вас также на мини-карте GTA-шки. И так что я готов уже удирать от этих пришельцев, инопришеленцев. Да, хотя здесь самый главный инопришеленец это я, потому что у меня машина-то вообще откуда, блин, выбралась-то, это охренеть. Так, вот уже ФБРовцы, они проехали мимо меня, это хорошо. Сейчас я разберусь с управлением и буду от них просто удирать. Вай-вай-вай-вай-вай, да, что вы стреляете-то по мне? Так, давайте сразу наденем бронежилет, потому что это не есть хорошо. Предметы, бронежилет, вот так вот, все. Я готов. Я готов. Да мне пофиг на вас. Мне пофиг просто на вас. Да. Стреляйте, обстреляйтесь тупо, да? Ничего у вас не выйдет. Не-не-не-не-не-не. Я хотел на мост забраться, но не смог. Ладно. Едем тогда здесь. Не знаю, сколько там времени остается, потому что у меня он, опять же, только сможет позвенеть. Блин, теряю управление. Она потому что очень сильно мощная. Там 3000 лошадиных сил. У меня колеса даже не успевают крутиться, как коленвал крутит их. Это что вообще такое? До свидания, челики, до свидания. Что вам? Мороженое дать? Не дам я вам мороженое. Я вам дам только пыль в глаза. Вот так-то, да. Я надеюсь, друзья, что я выживу, потому что если так буду собирать столбы, то она еще заглохнет нахрен. Потому что у нее нет никакой безопасности, нет никаких ремней безопасности, нет подушек безопасности, не стоит АБС, у нее только двигало. Я буду оттормаживаться хрен пойми сколько, вот смотрите, когда я вылетел. Нет, это плохо. Давай. Двигло работает, просто по стенке отъехал. Так. Все. Пока я в безопасности, я могу одеть еще один бронежилет. Мне их, слава богу, еще 6. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот теперь гоним. Не-не-не, копы. До свидания. Все, валим. Не на гелике. А вот на этой машине, друзья. Охренеть скорость. Нет, нельзя так разгоняться. Надо делать все с умом. Сука, переворачивайся, говно. Блин. Прикинь, такое двигло поставить на какую-нибудь там крутую тачку. Так, нет, челы. Нет, челы. До свидания. Рвем. С места просто вот так. Оба. Едем. О, фары уже все выбиты, это просто жесть. Так, там засада, так что сворачиваем с этого шоссе. И выезжаем в Сэнди Шор. Сейчас будем выезжать. Так. Вот так вот потихонечку. Я боюсь просто газульку давать, а то она, смотрите, что сразу делает. Так, еще без фонарей ехал до последнего, не привлекая внимания своего. Ну да, пошел бы я нафиг. Так, предметы, бронежилет, еще один бронежилет юзаем. Все, так, едем. Газуем, успели проскочить почти, блин, задел нас, зараза. Так, и здесь вот резко вот сюда, потому что там засада. Едем. Валим. Так. Это очень сложно на самом деле. Оба. Но ее скорость, моментальный набор скорости, это просто жесть. Так, проскочим. Да, проскочили, охренеть. Вот это скорость. Не-не-не-не-не, так нельзя гонять.
Господи, живи, 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 живи! Живи! Вали! Так. Ай! Езжай! Так, еда! Все. Не-не-не-не, чел, до свидания. Сука, нет. Охренеть, они меня обстреливают. Они просто какие-то ядерные на пяти звездах. Я даже теряю разум, когда такое происходит. Ничего не могу говорить. Ладно. Да, сука, нет, машина, только не взорвись. Ты мне еще нужна, нам еще надо выживать. Я не знаю, сколько времени. Что, по ЖД поедем? Я тоже так думаю. Хотя плохая идея, потому что мне зацепа ноль на такой скорости. Я просто лечу. О, нет. Ладно. Потихонечку вот так вот поедем здесь. Конечно, это по-читерному. Сейчас надо будет выехать все равно куда-то на дорогу. А то здесь копов не будет, и экшена я вам не покажу никакого. Да. Так. Я просто здесь, если выйду, то сейчас застряну сразу. Так что пока что двигаемся так. Там сейчас выйдем на дорогу какую-нибудь. Так, туннель, наша безопасность, все. Давайте еще один бронежилет заюзаем. Хотя нет, у меня их всего два. Надо это все делать правильно. Так, а вот и дорога. Здравствуй, дорога. И едем. Блин, от нее вообще ничего не осталось. Но она все так же валит сильно. Не, коп, до свидания. Сука, нет. Блять, нет. Они обстреливают со всех сторон опять. Так, тихо. Нет. Оба. Блин, как они так попадают-то по мне? Не, все, я, по-моему, проиграл. Мне даже еда сейчас не спасет. Бля, где я? Я вообще где еду? Охренеть. Тупо охренеть, друзья. Меня еда не спасает. Мне ничего не спасает. Едем. Вау. Бронежилет. По нулям бронежилета, все. Габелла. Так, вот тормозов вообще нету, не завезли. Не завезли, пацаны, тормоза. Но ладно, мы все равно уезжаем от них. Блин, если Формула-1 была бы, мы бы вообще были бы под открытым окнем. А здесь у нас хоть какие-то шансы есть. Так, это еще не все, это еще не проигрыш. Я уверен, это еще не проигрыш. Еще есть порох в пороховницах, если бы они бы не вот так вот засаду нам не делали. Просто газ в пол теперь. Не-не-не, здесь газ в пол нельзя делать. Сука, нет. Нет. Она не выруливается. Просто если газ в пол нажму, да куда ты выезжаешь? Гонит тоже здесь. Оба. Блин, здесь дороги конец. Надо разворот сделать. Полицейский разворот. Оба. Блять. У меня и хпшек нет уже. Оба. Хпшки подровнялись. Все. Но они очень сильно стреляют. Они прям... Ай. Бля, не-не-не, все, это проигрыш. Я извиняюсь за мат, просто это реально очень сильная напряженка была. Не, что я могу сказать? Сколько я продержался? Я почти продержался, мне оставалось 2 минуты 40 секунд. Я почти продержался. Что я могу сказать? 5 звезд это не хухры-махры. Это реально сложно. Но машина огонь. Если вы хотите продолжение такого челленджа на другой какой-нибудь машинке, если я поставлю такое же двигло на какой-нибудь дрифткар, и на нем попытаюсь как-то там увилять, на нем сцепление с дорогой будет крутое, прям неуравновешенное, так сказать. И так что все зависит от вас. Я буду реально рад продолжать снимать для вас челленджи. У меня много идей классных, так что вот. Надеюсь, что вам этот выпуск зашел. Конечно, мы не выполнили челлендж 10 минут, но да ладно. Это реально было очень сложно. Пишите свои идеи для челленджев, а также добавляйте меня в Social Club, ссылочка есть в описании на мой профиль. Только те, кто играет на ПК. И заказывайте прокачку у меня. Делаю лично я заказы, все четенько, все быстро. На все есть ссылка в описании. А с вами был, как всегда, я, Кузака. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем до скорого. Твой телефон, но никак.
когда не позвоню, и дышим мы в унисон, и набираем «я люблю», ты далеко, далеко, смеются даже небеса, нам нелегко, так легко, и верю я в чудеса.